Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что, начнем с ежедневок. Задание дня, сюрприз. Давай посмотрим, что тут за сюрприз такой. А вы верите в самообновление? Придумайте, как использовать 40 реинкарнаций, чтобы сразить Нептус и ее стратегическую колоду темные горголиты. А буду я играть за колпак ночной, так? Хорошо, давай посмотрим. Ну, я... За колпак обычно привык играть на грибах, а тут за реинкарнацию. Трындец. Угу. Но тут пропустим мы ход. Ну, понятно, начинается с амфибии, а у меня ни одной амфибии нету. То есть я уже заведомо не могу прикрыться. Блин. Как бы хорошо, и в то же время не очень. Ага. Кукиш тебе. Значит, Нептус решила сыграть на пиратах. Мне не нравится вот это вот наше положение дел. Вот, вот хорошо, что выпадает. Оу-оу-оу-оу. Тише, тише, парнишка. Блин. Сможешь же, наверное, подбить, да? Давай, короче, сделаю так. И сделаем, наверное, еще вот так. Так, что нам выпадает? Еще, еще одна ягода. Окей. Лишним уж точно она не будет. Давай смотреть. Бэм. Естественно, наши ягоды прокачиваются, это круто. Но этот осьминог все равно меня напрягает. Что у нас тут? О, бобовые, наконец-то. Наконец-то нам хоть что-то здесь, друзья мои. Так, это у нас удвоение атаки растений, да? Просто хочу посмотреть, что он будет... Ничего. Так, сейчас... Угу. Минус осьминог. По крайней мере, доставать он уже нас не будет. Орех — это шикарно. Орех — это, ребята, очень шикарно. Поэтому мы, наверное, поставим сюда. И вот так сделаем. Плюс мы можем увеличить атаку. Но надо ли нам это делать? Ах ты, жук ты навозный. В любом случае, защита, ребята, сработает. У нас. Так, срабатывает защита, сейчас кого-то поставит. А, рикошет делает. Давай ягоду, убери ягоду. Молодец, спасибо. То, что нужно. Кактус. Ну что я могу здесь предложить, друзья мои? Наверное, тут всем уже очевидно, что тут будет происходить сейчас в данный момент. Наверное, я поставлю... Подожди секундочку. Наверное, я поставлю вот так. Плюс ко всему поставлю вот так. Что нам тут даст? Ягоды. Угу. И тогда мы сделаем, наверное... Так, наносит одну единицу с клубничным. Одну единицу рядом. Давай, наверное, мы сделаем... Блин, как же тут... Давай так вот. Естественно, мой кактусенок погибает. Здесь мы урона не наносим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что же, сейчас посмотрим, что он будет здесь делать. Если я сделаю, например, вот так. И... Да вот так прикрываться надо. Фью. Ты серьезно? Я-то думал, там что-то, блин, существенное. А так все, кранты. Так, ребята, кранты. Вот тебе и реинкарнация.
Так, что у нас там? Получается, ребят, совсем немножко разыграйте три цветка. Это все ежедневки, что ли? Разыграйте три... А, нет, вот. Вот, друзья мои, выиграйте 5 многопользовательских игр, и мы получаем 100 геймов. Вот это совсем другое дело. Ну что, попробуем сегодня получить 10 паков. Так, что у нас там за задание? Разыграйте три цветка. Три цветка. Ну, то есть нам придется сыграть за растение. Три цветка. То есть получается, что у зеленой тени... Хотя у зеленой тени есть цветок, но у ореха, по-моему, цветков больше. Давай попробуем вначале начать за орех. А какой, какие цветки у ореха? У него там... Ничего такого я не помню, ребята, именно по цветочкам. А, корнишон, если только. Есть только корнишон. Ну ладно, давай посмотрим. Это же корнишон? А, артишок, корнишон. Артишок, ребят. Ну, вроде бы пока что-то есть у нас. Поставим, наверное, здесь вот так. Естественно, не в моих интересах, чтобы он пробивал, делал всякие доборы, но он может сделать... Как это называется-то? Он может поставить сюда ландшафт. А может поставить... Да он дофига что может сделать на самом деле. Давай проверим, что он там замутил. Пираты. О как. Бонусный так, ага. Он решил, что он самый умный, да? Понял. Ну что же, это его дело, ребята, это его дело. Да, добора, конечно, он будет набирать сейчас. И с этим ты ничего не поделаешь, к сожалению. Этот пиратик будет прокачиваться потихоньку, полегоньку. Его можно, в принципе, в любую секунду убрать. Но тут 100% идет прочерк. 100%, друзья мои, идет прочерк. Поэтому сделаем вот так вот. Пока все, давай смотреть. Ага, вот что. Ну, не прав был. Ладно, признаюсь. Заморозку делаешь. О как. Так, что нам тут достанется? Защита. Защиту мы пока с тобой поддержим. Ну что, начнем, наверное, с пирата. Или как нам тут поэффективнее сделать? Или с этого начнем? Можем, в принципе, и с этого, и с этого нам без разницы абсолютно, ребят. Поэтому погнали. Так. Итак. Что там у тебя, гаргантюаха? Окей. Куда там перемещаешься? Сюда, понял? Я тебя прекрасно понял. Ну, естественно, сюда будет прикрываться сейчас. Оу. Ты гляди-ка, что он делает. Понятное дело, ребят, только так. Замечательно. Кукуруза.
Блин, кукуруза. Слушай, ну если бы у него... Блин, у него уже есть все, что мне не нужно. У меня есть только защита. Вот такая вот, которая может мне помочь в сложную ситуацию. Куда сюда поставишь? Наверное, сюда поставить, да? А, вот как. Вот как он, ребята, сделал. Но мы поставим вот так вот, это, во-первых. Тут, наверное, прочерк или... Фиг знает, ребят, скорее всего, тут что-то связано с прочерком. Вероятнее всего. Поэтому пока минимизируем наш урон. Ага, вот он что делает. Угу. Вот, что он еще придумал, прикинь. Вот что у него еще есть. Ну что, нам надо хиляться, наверное, или как? Что будем делать? Нам надо хиляться. Но ландшафт вот этот вот нам мешает в данный момент очень сильно. Мне мешает он. Так, и он думает, что я ему так все легко это сдам, что ли? Я не пойму. Пам-пам-пам-пам. Пока ничего больше делать мы не будем. Погнали. Я думаю, что все понимают, что ему сейчас крышка будет, да? Ему не надо здесь никому ничего объяснять, что мы ставим с тобой вот это вот. Естественно, делаем отхил. Ну и 10 хп мы у него отнимем. Даже это надгробие его не спасет. Че, поехали? Сейчас, последний выстрел. Блин, у него защита сработает, да? У него сработает защита. Он сейчас может вытащить, знаешь что? Скорее всего, у него уже есть кровожадность, ребят. Даже вот что. Сейчас будет прокачивать своего хламона, да? Делает заморозку. Ну, сейчас будет прокачивать. Сейчас вот увидишь. Еще бонусную атаку делает. Этот еще бонусную атаку делает. А он не думает, что он зря это делает, ребят? Блин, ну куда тебя убрать-то? Ну. Так, вот этот противный, да? Пиратики, пиратики. Ребят, не знаю, что тут сейчас пока предложить. На воду мне поставить некого. Это факт. Этого он будет прокачивать, это однозначно. Естественно, он здесь прикрывается всем, чем только можно. Оно и понятно. Вот, сейчас он их превратит в гаргантюа, да? Я так понимаю, к этому он клонит. Он хочет именно это сделать, да? Давай, там есть, блин,
зомбот ему выпадет, это будет, ребят, не очень хорошо. 3-5. 6-6, поехали. Понятно. Здесь минусуем. Минусуем. Да что ты, ну что это такое, ребят, ну что... Слов у меня нету. Ну что, сейчас опять сюда будет... А вон что делает. С прочерком. Блин, ты посмотри, а. Но этого он не пробьет, если, конечно, он здесь не сделает. Начинается, короче. Поставим вот так вот. Да пока больше ничего делать здесь не хочу. Ай-яй-яй-яй-яй. Фонтанчик, это я все понимаю, что фонтанчик, но, блин, ну не в данный же момент. Ну ладно, этого на воде мы шлепнем, но защиты больше нету. А мне бы желательно, чтобы он сейчас все истратил. О, как делает он, да? Давай, допустим, я сделаю так. И, например, вот так. Ну и плюс фонтанчик. Просто посмотрим, ребят, что он будет сейчас делать. У него остались заклинахи. А, видишь, нашел. Нашел, ребята, зомби-астронавта, которого можно прокачать, естественно, да? Карт у меня нету. Ну, цветочки, надеюсь, я цветочки разыграл. Сколько там нужно было? Ну, видишь, вытягивает еще и две карты. То есть у него хорошая рука. Все с доборами. У меня здесь намного плачевнее ситуация, если честно. Я, ну что, урон мне не нанесет, я могу хильнуться. Будем хиляться, естественно, буду прокачивать. Еще вытворяет. Буду сейчас прокачивать. Ага. Здесь у нас не получилось. Ай, твою налево. Ребята, 9 хп. Ну вот что ты прикажешь делать? Я не знаю, ребят. Посмотрим, что у него тут. Так, так. Все, нам крышка. Как это тяжело признавать, но нам, ребята, кранты. Орех, скажи вот мне на милость, а? Почему ты такой вредитель? Почему ты мне не дал ни одного надгробия, которое у тебя есть? М? Вот почему? Ну я, ребят, держался, я... пытался до последнего. Так, три цветка мы разыграли. Теперь нужно выиграть многопользовательские игры 5 штук. Слава богу, теперь я могу играть за кого хочу. Поехали. Ржавый разряд готовится к поединку. Ребят, колода спортивная. И вот почему-то постоянно против него выставляет Бонг Чой. Я, ребят, не знаю, почему такое происходит, но вот постоянно ставят Бонг Чоя. Это прям какая-то тенденция. Я не знаю, с чем это связано. Сейчас, если он сейчас начнет со своих этих охламонов, именно с Бонг Чоев. Кактус. Ну, кактус-то мы можем сразу убрать отсюда, тут, чтобы он нам просто не мешался.
Сделаем так. Ну, к примеру, я поставлю вот так. Что он сейчас сделает? Hello. Орехи. На орехах, ребята. На орехах, я понял. Так, двигаемся дальше. Выставляем вот так. О, видишь, что он делает? Ну, пробить, естественно, не пробьет, но... Что мы можем еще здесь сделать? Ну, так поставим, к примеру. Что, по земле будешь бить или не будешь бить? На... Что-то странное происходит. Бэм! Сейчас мы тут наполучаем. Ну, как наполучаем? Мы получаем... Вот кто у нас получает постоянно. Угу. Ну, а дальше что мы сделали? На вот так, плюс вот так. Тут остается только смотреть, что он будет сейчас делать. Вызывает опять кактуса. Зачем? Делает неуязвимость. Что у него... Так, у него, не забывай, сейчас сработает защита здесь. Что у него там есть? Добор карт, по-моему, да? Почему он именно за кактус так трясется, а? Ребят, я не знаю. Ага, защитницу вырубает. Есть какое-то объяснение, что он тут творит, ребят? Я не знаю. Поехали. Так, ну у нас вирус, как ты видишь, есть... Может быть, у него удар по земле есть, который сейчас снесет мне и тренера, и вот этого зомби. Такой может быть вариант. Ты посмотри-ка, а. Ты посмотри-ка, друзья мои, что у него на уме. Два выстрела, я понял тебя. Сможет ли он... Блин, он сможет, да? Нет, не получилось у него. Я думал, что защита сработает, но, как видишь, все получилось хорошо. Так, ну что, один бой мы с тобой выиграли. Нам еще нужно совсем немножечко, 4 поединка выиграть. Что не так и просто, на самом-то деле. Немножко, ребята, я подкорректировал вот эту колоду свою. Чуть-чуть буквально, самую малость. Но... Хотел, конечно, чисто на спортсмена сделать, но что-то не получается, ребят. Какой-то вот соблазн взять еще кого-нибудь. Орех. Ну, этот орех я уже даже предвижу, ребят, на чем будет. На хилах 100% играть. Поэтому надо там, я не знаю, готовиться к худшему раскладу. Бомб у меня маловато. Нет, орех это... Даже не думай. А, нет, скорее всего, не на хилах, а на орехах, ребят. Скорее всего, на орехах. Да, что-то вот больше к этому все идет. Склоняется. Поэтому давай начнем, наверное. Неплохая карта выпала. Тем более за 2 энергии. Она стоит, по-моему, 4 энергии. Или все-таки на хилах. Что-то он странно пропускает ход. И мне это не нравится, ребят. И мне это не нравится. Давай сделаем вот так, наверное, и...
Да ничего пока больше не делать не будем. Опа, могила Йет у него есть. Хорошо, что я не стал ставить второго самоиста. Теперь я буду знать, что могила Йет у него есть. И хорошо, что вот эту карту мы не потратили. Так, ребят, давайте дальше. Вызываем спортсмена. Пока тратить не будем, а вот сумоиста мы протестим. Еще на одного могилоеда. Угу. Цветочек. Восстанавливает 4 единицы здоровья. Ну, цветочек, понятное дело, ребят, ничего не сделает. Мы его, например, вот сюда вот перекинем. Но он даст ему энергию. Энергию он ему даст дополнительную. С этим ты не поспоришь. Да, дополнительную энергию, как я и говорил. Что можно сделать? Можно сделать... Поставить тренера. Что, наверное, будет более... Лучшим вариантом для нас. А у него газонокосилка. Не все, друзья мои, так просто держится. Хилы. По-моему, ребята, он на хилах. Сейчас еще защита сработает. Так, ну это вторая у него. А он же этого сумоиста не стал уничтожать, да? Могила еда у него не было. Но видишь, если я сейчас рискну, ребят, поставить. Куда ты его? Сюда. Выкинуть его, что ли, к чертовой бабушке, как думаешь? Давай попробуем. Так и так сделать. Нет, ребята, есть у него могилоед. Вот это плохо. Ты смотри, что творит. Так, ну здесь придется залечить раны. Так, все рассчитано на энергию, да? Проверка. Ну если сейчас могилоед у него будет, я вообще, ребята, буду в шоке. Он уже не знает, он уже как беспомощный кролик. Куда чего делать, без понятия. Так, ну жаба 100% у него там будет. Еще одна. Жаба еще будет у него, я говорю точно. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Давай, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. А, нет, не жаба, у него немножко другое. Ой, ой. Поехали. Ну, естественно, защита. Как же без защиты, ребят? Последняя на этот раз защита у него срабатывает. Он достанет. Ладно, хорошо, поехали. Так, у него 11 очков, ему, конечно, проще. Так, убивает здесь. А, неуязвимость у него, оказывается, еще есть. Я про нее это и совсем забыл. И броня у него еще есть все-таки, ребята. Так, ну... Что, мы получаем сейчас в лицо. У него, естественно, защита срабатывает. Так, ну, дополнительную энергию он уже получать не будет. Как хорошо, жалко, что мы не сможем убить вот этого гаврика. Но зато сможем вирус.
Вирус — это очень хорошо. Угу, остатки роскоши, ребята, свои выплескивает с испугу. Пфф, я тебя умоляю. Давай. Так, что тут, кого уничтожаем? Вот этого, наверное, бусурмана. Пиу, погнали. Ай-яй-яй-яй, у нас... Ну, сейчас будет. Бамс. И защита у него последняя сейчас сработает. Последняя защита у него срабатывает. И что он сейчас сделает? Ставит сюда стенорех. Ну что, ребят, проверяем. Тренер. Что он сделает сейчас? Как он против этого будет выделываться? Угу. О, как. Но я ничего здесь делать не могу, ребята. Я знаю только одно, что... А что я знаю? Ну, мы этого уничтожим, шалфей, да? Или нет? По идее, да. Все, он сдулся. Хильнется еще немножечко. Так. Я сделать ничего не могу. Как вот он этот орех будет прикрывать? Потому что если мы сейчас его пробьем, мы, он получит в лицо 2 единицы урона. И на воде. Не забывай, что на воде ему нужно как-то вот... мою пловчиху уничтожить. Ага. О, как. Видишь, как делает? И он думает, это ему поможет? Ты серьезно? Видел, кто у него здесь, ребят? Ну, в общем, в любом случае ему кранты. Все, он сдался. Ну что, второй бой мы выиграли. Нужно еще 3. Давай попробуем еще разок сыграть. 3 поединка выиграть нужно. Кстати, а что у нас там? А что за ежедневка у нас там, а? Я думал, что я все сделал, но оказывается нет. Ой, Роза. Ой, Роза. Проблематичный для меня этот персонаж. Вечно какой-то непредсказуемый. Вот сидишь и думаешь, на чем Роза играет? На хилах? На заморозке? На чем? Если она пока первой ходить не будет, значит, соответственно, на заморозке или на хилах. На бобовых. Вот такой, друзья мои, поворот. На бобовых. Что не есть гуд. Ну, что ты думаешь? Ну, ноль энергии у тебя. Что ты сидишь там думаешь? Ты ничего не поставишь. Так, прикроемся, ну просто, ребят, для проформы. Значит, на бобовых, да, получается. Ну, давай я так сделаю, наверное. Далекая-далека. Ну да, друзья мои, на бабах. Целую колоду сейчас этих бобовых своих наберет здесь. Превращать будешь? Сейчас посмотрим, если есть у него... Что он может превратить? В козла, да? Превратить в зомби, который стоит 1-1. Вариантов-то у него достаточно.
Роза такой универсальный довольно-таки боец. Уберет. Блин, а нам невыгодно как бы его убирать. Если я этого поставлю 100%. Ну, я сделаю вот так вот. Вот этого невыгодно мне сейчас ставить, ребята. Просто невыгодно. Пока она не использует свою способность, этого я выставлять не буду. У Розы что там? Я не помню, заморозка у нее или что? Она превращает в козла. Потом превращает в любого там 1-1. Не имеет значения. Ну что думает? Не нравится мне вот эта вот задумчивость. Во как. Во как. Берем, наверное, отсюда, да? Угу. Давай так вот сделаем. Вот сейчас придется тратиться, скорее всего. Превращать или что-то в этом роде. Потому что он не захочет, чтобы прокачивались мои спортсмены. Вот лично я не очень радуюсь, когда вот такой вот чудик выходит на поле боя. И если есть любая возможность его уничтожить, конечно же, надо его уничтожать. Иначе он потом начнет прокачивать, и только хуже все будет. О, видишь, что творит? Вот, запомнили, что у него есть такая штука. И поверь мне, эта штука у него не одна. Поэтому сделаем следующим образом. Вот так. И вот так. Зачем я этого позвал, ума не приложу. Чтобы дополнительно дал нам две энергии. Куда я их потрачу? У меня ничего нету тут. Ракета 3. Вирус 3. Ну, в лучшем случае этого накажем, да? В лучшем случае. О, видишь? Видишь, что творит? Так, ну это нам не нужно. Поехали. Тю, плюется еще, гаденыш, а? Вирус. Ничего я делать пока не буду. Ты видел, что он сделал? Поехали. Так, защита, блин. Конечно же, защита, ребят, сработает. Правда, он ничего не сможет сделать нам здесь. Но когда вот эту вот ведьмочку, он... Ведьмочку, зомби убьет, тогда да, он сможет. А защита у меня... Не, зачем? Не надо срабатывать. Зачем же это делать? Угу. Давай так вот сделаем. Сейчас попробуем еще раз вирус разыграть. Блин, ну убирай, да? Ладно, пускай убирает. Он этого убрал? 4 единички здоровья восстанавливать себе. Угу. Росточки набирает, да?
Росточки, друзья мои, набирает. Кого тут убрать? Вот этого надо. Поехали. Уничтожат, понятное дело. Такс. Можно было бы, конечно, по-другому немножко сделать. Но он сейчас уберет. О, я говорил, что будет превращать. И он превращает. Так почему им его именно, а не вот этого? Так, рикошетик. В общем, в козла, ребята, он потратил. Кого он сюда хочет поставить? Ну... Так, с кого тут? Этого, наверное, уберем. Ну, не уберем, я имею в виду. Заглушим, так сказать. Вирус. Вирус это, ребят, хорошо. Вирус это очень хорошо. Блин, ну единственное, что сейчас он может, естественно, воспользоваться одной штукой. Опять хиляется. Сейчас кого-то превратит. И превратит в 1-1. Ну, про что я тебе, в принципе, и говорил. Есть. Ну, заморозку вряд ли он будет использовать. Во, видишь? В 1-1. Предсказуемый. Прям нет слов. Так, ну теперь действуем чуть-чуть по-другому. Он потратил самые, так скажем, самые фиговые расклады, которые могли быть. Поехали. Что у него дальше есть? Не, конечно, у него может быть... Во, еще творит. И рикошет. Не вот этого почему-то рикошетит, а именно вот этого. Ну, понятное дело, мне ничего здесь не сделать пока. Вот за счет вот этих мразей он, ребята, в основном и выигрывает. Как мне быть? Не знаю. Ты серьезно, твою налево? Откуда у тебя заморозка? Ты же должен был ее потратить уже давным-давно. Смотри, 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 что делает. Все потратил. Ну, потому что знает, что либо сейчас, либо никогда, да? Посмотрим, кто у нас тут появится. Блин, не самый лучший вариант, потому что все погибают. Карты у него нету, да? 12 единиц урона нам как-то нужно нанести. Как? Нет, у него есть карта. Две карты уже, даже вытянул. Поэтому здесь сделаем, наверное... Следующим образом, так. Допустим. Тут единственное, что нам, если только прикрыться. Это вот так вот сделаем. А здесь вот так. Росточек. Если бы вот эту вот пакость. Да что? Мне здесь ничего не сделать, ребят. Говорю, вот из-за этой мрази все. Две штуки у него их было. Две, одну мы уничтожили, он вторую влепил. Че мне тут, только хиляться? Меня это мало тешит. Вирус. Если бы вот ее убрали бы, он, видишь, он доборы делает.
карт. Так, 4, 5, 9, да, получается 9. Я ничего не могу сделать. 4, 9, это надо 15. Ну, только такой вариант. Все, ребят, больше я ничего придумать не могу. Как ты заколебал со своим этим, а? Ну все, короче. Это тягомотина сейчас будет туда-сюда. Они все одинаковые абсолютно, ребята. Эти розы, они потому что вот этих вот ставят. И все, ничего ты не сделаешь. Заклинашки и тому подобное. Плюс то, что он вот, конечно же, превращает любое твое, не знаю, зомби твоего то в козла, то еще в кого-нибудь. Как ему удобно, короче. Ладно, ничего страшного. Все равно мы сегодня получим наши кристаллы и, соответственно, паки. 300 раз можно проиграть, но все равно добиться своего. Поехали. Сумис, получается, зря, да? Отыграл сейчас свою роль. Это хорошая карта. Эта карта хорошая, надо ее как-то успеть вывести. Надо понять, на чем будет Звустизила играть. Странно, ладно. Три заклинахи у него было. То есть он все три заклинахи потратил. Окей. Давай я вот так вот поставлю. Вот так, выкидываем, да, его? Конечно, выкидываем. И сделаем вот так. Ну, естественно, он сейчас не будет выставлять огурец-то свой. О, противник сдался. Что-то у него, ребят, наверное, с колодой очень-очень все было плохо. Так, сколько нам еще? Две игры нужно, да, выиграть, получается? Поехали. Уж больно хочется получить паки и надеяться на то, что там выпадет легендарка. Если не выпадет, это будет очень-очень грустно. Ну, для меня. Так, ребят, вспышка на солнце. Вообще, каждый, ребята, герой в этой игре, что за зомби, что за растения, они уникальны. Тут нет плохих, нет хороших. Просто за каждого нужно уметь играть, и все. Не то, что даже уметь играть, еще хорошо, если у тебя будут, конечно же, хорошие колоды. Карты, точнее. А так, тут нет плохих или хороших персонажей. Любой может выиграть. Что, поставим, наверное, да? Или не будем пока? Не знаю, у него солнечный удар, если бы был, он наверняка бы уже шлюпнул бы по мне, чтобы взять такое преимущество, скажем, да? Ландшафт тоже не вставляет, потому что наверняка знает, что у меня есть что-то. И он все это придерживает. Ну, давай проверим хотя бы вот... на признаки могилоеда. О! О, друзья мои. Теперь мы будем знать, что нам нужно выставлять. Теперь мы будем с вами это знать. Поехали.
Так, не забывай, что он может ландшафт поставить. Есть у него ландшафтик специальный. Но... дать воспользоваться я не имею права ему. Не имею права. Так, наносит 3 единицы урона. Естественно, урона... ну, если он только 2 штуки потратит. Окей, но он, наверное, не знает, что у меня еще есть, да, один? Может быть, знает. Знает, скорее всего. Посмотрим. Есть ли у него миксы? Ну, которые он только что использовал. Фруктовый микс. Ты жук. Ведь не пробьешь. Вот так вот, да? Я тебя понял. Нет, 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 ты даже не думай об этом. Ты об этом даже и не думай, парень. Погнали. Так, у нас что это получает? Один-один. Безумие. Давай сделай так. Опа, еще один. Ага. Жалко, мы никому не сможем сместить, к сожалению. Погнали. Разнесет, конечно, тут всех в хлам. Ну, теперь, по-моему, пора и нам разносить. Что скажешь? Поехали. Сердечко есть, если что, захиляемся. Да ради бога. Это для меня... это тоже для меня. Давай так сделаем, наверное, и хильнемся. Поехали. Так, должна сработать защита. От кого, пока не знаю, ребят. Угу. Блин. Ай-яй-яй. Как плохо. 3-4-7 получается, да? Погнали. Так, а эти что делают у нас? Вы тянете карту. Если мы нанесем урон, мы тянем карту, да? Неужели опять фейл, а? Ну что, вирус? Да, друзья, по-моему, тут... блин, фейл. Ну вот как тут сделать? Так, что ли? Я не знаю. Ах, ты жук. Да, друзья, проигрыш. Защитницы нету. Это меня уже не спасет, к сожалению. И это тоже меня не спасет. Ну вот, друзья, вот так вот фейлимся. Я думал, что сразу...
Почему стражниц так мало? Давай-ка посмотрим, сколько их вообще у меня. Что-то у меня карт таких вот, знаешь, хороших нету. Мощных. Вот это вот вообще, что-то я даже не успеваю его использовать. Стражниц сколько? Три. Может быть, вот этого взять? Поставить. Даже, ребят, не знаю, если честно, что тут можно наклепать. Ладно, едем дальше. Три стражницы. Но толку что-то от этого как-то маловато. Так, 25 ранг. Вспышка на солнце. Блин, я же хотел посмотреть, что за... Твою налево, что за задание там у нас стоит. Твою дивизию. И забыл. Надо же выполнять. Да, давно я за них не играл, за этих ребятулек, за зомбарей, за наших. Разучился. Сбрулина. Ну давай сбрулина. Там думает до последнего. Так, сердечко совсем не то, что я хотел, если честно, получить. Опять из боевых карт только вот одна. Тренер. Ну, ё-моё, ну вот. Ща будет сидеть три часа в носу ковыряться. Наконец-то. Созрел. Я вот думаю, может быть, вот эту вот карту убрать. С одной стороны, как бы бесполезная. Но с другой стороны, ребята, она очень хороша. Она превращает зомби в случайного, который стоит на одну энергию дороже. Плюс мы еще вытягиваем карту. Ну, ее лучше... Так, только не говори, что это у нас... Клананасы. Что-то на это тянет, ребята. На клананасы. Тем более вспышка на солнце. Это в ее репертуаре, друзья. Блин. Это, конечно, хорошо все. Но его лучше ставить, конечно же, на поверхности. Точно клананасы, ребята. Блин, а у меня флакончика нету, да? У меня нет флакончика. Я думаю, ты понимаешь, о каком флакончике я говорю. Ладно, посмотрим. Потихоньку будем уничтожать этих... Эти грибочки. Ну, конечно же. Конечно же, у него такой вот есть паршивец. Поставим. Ребят, будем ракетой его бомбить. Это не страшно, ну страшно, но не настолько прям аж. Сердечко. По хпшкам мы одинаковы. А это будет прокачиваться хламом, понятное дело. Сейчас у него еще сработает защита. Будет он использовать сейчас или нет? О, еще делает. Ну что, используем тренера или поставим вот так вот? Ну опять же эволюция, опять же ты сам понимаешь, да? Все в его руках.
Нафиг я этот ландшафт взял, если я его даже не использую? А я не удивлен. Только почему? Ну он не стал. А, ну понятно, тут 4 хп. Какая там эволюция. Так. Ну у него с прочерками, поверь мне, должно быть, наверное, дофига, ребята, у них всяких хламонов. Тю. Че, наверное, вот так сделаем. Чтобы просто не пробил он нас. Где, блин, мои стражи, ребят? Сейчас мы, знаете, что сделаем? Вот этого пловца можем, кстати, эволюцию сделать. Почему я не удивлен этому всему, а? Что у него все с прочерками? Почему? Да потому, ё-моё. Сколько он стоит энергии у нас? 3. Но он должен превратиться в более-менее такого нормального чудика. В кого пока не могу тебе сказать, но сейчас проверим. Где вирусы мои все, вот эти вот вирусы? Вот сейчас вирус бы здесь вообще идеально бы зашел бы. Но его нет. Вспышка, сдаешься что ли? Нет, не сдается. Ну, нормально. Вампирчика получили. Неприятно, конечно, получать урон. Ох. Пропускаем ход, смотрим. Да. Тут достаточно будет одного выстрела, и все. И... Ха-ха-ха, ты понял? Вот, ребята, и испугался он. Грибную полянку? Нет, грибной полянки не будет сегодня. Без грибных полянок сегодня. Поехали. Упс. Что делаешь? Куда бомбишь? Я понял. Так, друзья мои, поехали. Под защиту я его поставлю, если что. Если он, конечно, сейчас не уничтожит. Если у него молоточек там какой-нибудь есть, он может, конечно, шлепнуть. Если нету, то... Понятно. Ну, я, ну ты понял, да? Я хотел поставить защиту, чтобы не пробил он нас. Ну и тому подобное. 25-й ранг. Ну, ребят, я говорю, что бывает, но не везет с картами. Вроде есть колода, да, все. Все нормальная колода, рабочая, играющая. Но вот не выпадает тебе карта, которая тебе нужна, и все, и просто на этом заваливаешься. Тут рандом. Если бы ты бы изначально бы сам себе в руки брал карты, которые тебе нужны, это один разговор. Так, что-то дофига стражников. То ни одного, то дофига твою налево. Он сейчас опять, ребята, начнет опять за свое. Опять начнет превращать, вызывать вот эту фигню. Все по стандарту. Ну, если, конечно, он не на заморозках. Хотя они хоть на заморозках, хоть на хилах, у них все одно и то же. Поэтому он сейчас не будет торопиться, что-то там. Странно. Иди сюда. Ну, раз он бустится, то значит, да, действительно, это... Что-то такое, ребят, что для него важное. Буст, он не просто придумывается. Энергия ему дополнительно нужна. Что-то он хочет выставить как можно быстрее.
срабатывает. Естественно, ребят, защита. 17 хп, у него уже защита сработала. Ну давай, там превращали, замораживай, что, ничего не стал делать. Сохранил, так сказать, для потомков, да? Мне нет смысла пока здесь что-то ставить. Тренера я тоже не хочу тратить. Вот. Есть вирус. Нужен нам вирус. Сейчас будет, вот сейчас может превратить. Семечко, которое дает. Смотри, у него все на подсолнухе, ребят. Акцент именно на подсолнухе. Видишь? Так, ну этому подсолнуху не повезло. Есть могилоед? У розы-то обычно должен быть. Или заморозчик, который замораживает. Да. Вот так вот. Единственное, что, естественно, ничего сделать не сможем. А дальше только вирус. Естественно, сейчас превратит этого во что-нибудь там в неприятное. Ага, жаба. Ну, жабу бомбанем, не беда. Тут, видишь, козла. Пошли огромные траты. Так, жабу в минус. Бэм. Вирус. Поехали. Да, неприятно, но такой лучший вариант. Все, тут получается глобальная зачистка. И вот сейчас посмотрим. Есть ли у него, который превращает. Есть. Есть, ребята. В кого только мы превратимся. Неплохо. Это, конечно, гадость. Иди сюда. Че, ну нам только вирус, ребят, тут делать. У нас других пока вариантов нету. Единственное, что этот сейчас будет добор тут, конечно, бомбить. Как нам его наказать? Угу. Давай прочерк. Угу, еще один вирус. Поехали. Бэмс в лицо нам. Этот будет добирать, понятное дело. Нет, вирусы это, конечно, все хорошо, это все замечательно, но. Пум-пум-пум. У него карт там, ё-моё, 4. У меня тоже 4. О! Смотри, что творит. Смотрите, друзья мои, что он тут вытворяет. Ну что, мы его превратим, естественно, в хламину сейчас, да? Уже не знает, что сделать. Уже не знает, что сделать. Этого, конечно, в минус сразу же. Ребят, поехали. Погнали. Ну все, этого сейчас будем бомбить, ребят. Он уже заколебал, серьезно тебе говорю. Уже заколебал. С своими доборами карт. Поэтому поехали. Так.
И вот так. Посмотрим, что он сейчас на это скажет. О, видишь, у него роза. У него, друзья, роза. Поехали. Угу. Пускай тут стоит и не крякает. Так, поехали. Лани, блин. Ну, это ничего страшного. Куда мы его? Сюда, наверное, поставим. Понятно, что он в ответочку. Тут все это понятно, ребят. Ты серьезно, а? Ну а что делать? Делать-то больше нечего, ребят. Два вируса, ну... Да, такой поединок. Ох ты, он еще и отхилочку себе нашел, прикинь. Ребят, он себе еще нашел отхилочку. У него уже плюс еще заморозочка наверняка есть, да? Зачем я так делаю? Ума не приложу. От безвыходности. Опа, опа. Слушай, ну-ка. Блин, сейчас кого-то во что-то кого-то превратит. А, заморозка у него. Ну-ка, интересно посмотреть, что он здесь вот сделает. Заморозит, да? Чего? Чего? Че ты? Это что такое было сейчас, ребята? Офигеть, у него защита ореха. Это ему этот вынес. Хмырь водоплавающий, да? Я так понял. Конечно, это хмырь водоплавающий, ребят. Кто еще может ему... Поехали. Тут понятно, сейчас защита, все, все дела. Я, конечно, в шоке. Ребят, я в шоке. Вот как вот он сейчас будет ситуацию свою вот эту вот, интересно. Эй, ребят, ну это уже все, это уже переходит все рамки. Это все рамки уже переходят. Уже не знает, что сделать. Уже не знает, как сделать. Ну давай, давай. У него одни заклинания, ребята, остались, короче, я так понимаю. Это тот, который на воде был. Который там все выдавал. Так, мы сможем выжить-то здесь? Да выжить-то сможем.
Нет, не сможем. Все, нас уничтожат сейчас. Вот этот хмыреныш. Ой, забыл. Долгий, конечно, был поединок, ребята, но... Но бесполезный, беспонтовый. Для меня он был вообще беспонтовый, ребят. Да, блин, надо менять уже. Достал меня ржавый разряд в данный момент. Колоду спортивная и в то же время не спортивная. 1000 вирусов было и толку ноль. Просто толку ноль от этих вирусов, от его. Они просто нам не помогли вообще никак. Ну что, я не знаю. Ну давай поставлю сюда, посмотрим, что он сейчас сделать может. Что-то новенькое, ребят. Что-то новенькое. Этот орех. Фиг его знает. Угу. Давай вот так поставим. Фиг с ним, пускай будет так. Ну, за орех, естественно, можно кого-то поставить. Он, в принципе, и делает. Тут мину влепил. Сколько наносит? 2 единицы урона нам. Ну, только вот так вот, как вариант, вижу. Опачки. Хи-хи-хи, вот и хи-хи-хи. А давай вот так вот сделаем. Заодно проверка на вшивость. Ха, есть, ты прикинь, есть, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки был у него, да? Ну, вообще, что-то ни в какие, ребят, ворота не идет все. Набрал себе, да, там, карт? Ну, давай. Облепился, да? Облепился, поехали. Зачем я тут убрал-то, твою? Рэй, ты меня вообще просто убиваешь. Наверное, тебе надо отдохнуть чуть-чуть. Наверное, тебе надо чуть-чуть отдохнуть, потому что ты творишь какую-то дичь. Да вы издеваетесь, что ли? Я не могу понять. Это неужели ему все этот плешивый гриб дал? Ну, не гриб, а я имею в виду этот огурец. Неужели это он все ему тут надавал, напичкал, так скажем?
Не, я, конечно, ничего не говорю, может быть такое. Ну это, ребята, жестко. Опа-на. Ты глянь-ка, что. Все у него есть, ребята, у него все есть. Рикошет, все, все, что нужно. Нет, не могу, ребята, играть. Я за ржавый разряд. Меня же прям вымораживает. За орех я тоже играть не буду. Давай попробуем за зеленую тень. Нам одну победу. Я, блин, ребят, хочу просто выиграть эти 5 баталий и получить, в конце концов, кристаллы и взять паки. Все, больше мне ничего не надо. Так, заразительная сальца. Конечно, плохо, ребята, выставлять сейчас этих, но деваться некуда. Пускай он тратит заклинание, если оно есть у него. Пускай на него тратит. Двух подтанцовщиков. А, ну я понял. Понял, что это за колода, друзья мои, на танцорах. Опа. Понял, что он вытворяет. Поехали. А разве это танцор у нас? Нет. Ну, значит, у него, наверное, еще есть. Сейчас посмотрим. Заклинашечку. Ну, сработает защита, понятное дело. Ага, ага. В кого? В этого? Ради бога. Так, это мы пока придержим. Такс. Ну, давай вот сюда поставим. Ладно. Нормальный раскладец. Я думаю, что нормальный. Давай, наверное, я так сделаю. Я не знаю, кто там, ребята, у него сидит в этом. Посмотрим. Ой-ой-ой. С проскоком. Так, проскока как и не бывало. Еще, да? Такое же чудило. Что, друзья мои, тогда сделаем немножко по-другому. Поставим так. И вот так. А кто там, я не знаю. Ага. Давай сдуем его, если получится. Было бы хорошо. Так, 4 хп у него остается. Он не угомонится, да? Он не угомонится, он все на своем. Хорошо. А может быть, оно тогда же и лучше? Все. Такс. Ну, в принципе, все, ему крышка, ребят.
тут уже пускай хоть там что выставляет. Наконец-то, наконец-то. Дайте мне, пожалуйста. Фух. Ну что, друзья, давайте открывать, точнее покупать, а потом открывать в наборы. Такс, какой мы в прошлый раз? По-моему, вот этот брали набор. Ну, в принципе, ребят, ну, очень много, конечно, тут всего есть. Слушай, а где у нас набор такой ограниченный немножко? Ну, как-то не знаю, не особо мне это нравится. А вот здесь... очень мало хороших легенд, скажем так. Но зато шанс выпадения увеличивается намного. Согласись. Да я даже не знаю, ребят. Или вот этот взять. В прошлый раз мы брали этот, нам выпадал вот этот выпадал. Этот зомби неплохой. Давай вот этот возьмем. Беру, ребят, вот этот. 10 паков, как я и говорил. 11. Открываем. Ну, вот эти карты, которые у нас дубликаты, мы, естественно, с тобой будем преобразовывать в энергию. Так, новиночка выпала. То есть у меня не было такого растения. Мега редкие пошли. Так, клубничка. Новый ландшафт. Легенда. Есть, ребята. Кто? Блин, ну он же у меня есть. Ну, в принципе, ладно, сгодится. Можно его, если что, переработать. Так, ну что, друзья мои. Отлично, одна легендарная карта есть. Как говорится, это уже неплохо поиграли. Неплохо мы потратили наши кристаллы. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.